Привет, на связи Игорь Зотов, и я сейчас расскажу про сервис Online Lead. Это сервис автоматизации рекрутинга, который помогает общаться, который помогает делать подписки. И давай мы с тобой рассмотрим его более подробно. Вот сейчас мы находимся на главной странице, да? Вот здесь указаны вот оплаченные инструменты, какие есть в данном пакете. Их можно... Давай посмотрим, какие есть инструменты, какие есть тарифы. А вот есть инструменты VK-лид, масс-лайкинг, автопостинг, автосторис, менеджер чатов, инвайтинг групп, автопоздравления и VK-веник. То есть можно его здесь еще выбирать по разным тарифам. Вот есть пакет Maxi, где все включено, он стоит 550. Есть пакет бизнес, вот, который у меня включен, он 400 рублей. Есть пакет поменьше, он стоит всего 150 рублей, пакет Light. Здесь, в принципе, масс-лайкинг, автопоздравление и веник. Вот. Плюсом к нему можно добавить пару, еще, допустим, ВК-лид и те же самые 400 рублей. Я считаю, что вот абсолютно не нужно здесь автосторис и автопостинг. То есть посты и сторисы можно делать самому, но можно и этим пользоваться, заранее контент-план составить, проставить, и он будет сам за тебя все писать, подписывать. То есть, ну, я думаю, это вообще обленит. То есть мы сейчас рассмотрим те функции, которыми пользуюсь я в данном случае, и что же здесь он дает. И покажу, как на него подписаться. Вот у меня сейчас на странице, вот на этом, в этом инструменте, есть два аккаунта. Это вот мой и Ольгин. И мы можем сюда добавить еще один. То есть за 400 рублей он работает на 4 аккаунтах. Вот сейчас сразу покажу, как это добавляется. Вот, можно через телефон и пароль, а можно через токен. Нажимаем через токен, нажимаем получить токен, и он перекидывает нас в ВК. Вот. И вот как раз эту страницу я хочу и прикрепить. Там две страницы уже прикрепленные. Он здесь запрашивает доступ. Здесь мы нажимаем разрешить. И он дает вот токен. Вот этот токен, который в адресной строке, его нужно скопировать. Ctrl-C делаем и переходим обратно в инструмент. Так, где он сейчас его найти? Так, у меня вылезает строка. Сейчас. Так, вот он, онлайн-лид. Переходим сюда. И вот сюда место для ввода токена мы делаем Ctrl-V. И делаем привязать. Успешно привязан. Вот, теперь у нас привязано 3 аккаунта. Что мы можем здесь сделать? Давай еще раз посмотрим, что у нас есть, какие сервисы. У нас есть VK-лид, это подписки. Да? У нас есть масс-лайкинг, у нас есть автопостинг, автосторис, автопоздравление, инвайтинг групп и веник. Давай рассмотрим, что такое VK-лид. VK-лид – это программа, которая делает подписки, да? То есть рекомендую выбирать режим средний, да? И вот здесь, так, это у нас сейчас не тот аккаунт выбран. Так, здесь у меня было максимальный стоял. Стоял максимальный. И здесь надо сменить аккаунт сначала, да? То есть вот смотрим, аккаунт, выбран аккаунт вот этот. И нам надо выбрать сейчас новый аккаунт. Выбираем его и переходим к его настройкам. То есть каждый аккаунт настраивается отдельно, абсолютно. И вот заходим в VK-лид. Вот смотрим, что здесь истории никакой нету, ничего нету. Здесь есть вот такая классная штука, как подсказки. Вот он, в принципе, подсказывает, да? Выбери количество добавляемых друзей в сутки от 1 до 40 и нажми кнопку списка ниже. То есть вот выбираем средний. Он берет от 8 до 20. Ну, можно здесь еще добавить там, до 30 сделать. Да, свои цифры можно поставить. Там, сделать, вот, скажем, от 15 до 30. То есть вот такое среднее число. Здесь обязательно надо вот эту галочку перевести. Программа включена. Вот. Можно выбрать режим круглосуточно. Можно выбрать режим безопасный. То есть режим безопасный, он будет работать через сутки. Сутки работает, сутки отдыхает.
Ну, тоже рекомендуется сделать так, чтобы ну, не забанила страницу, не попасть в бан. Вот, поэтому оставляем. Можно выбрать режим круглосуточно, но ну, здесь вот по умолчанию стоит с 6 до 10. То есть, ну, такое время московское, вот можно сделать, чтобы не в 6, а с 9, допустим, и до 9, с 9 до 21, скажем, чтобы не раздражать никого, не писать после 10 часов, тут мало ли, кто-то, может, не любит, чтобы ему писали. Вот, поэтому, чтобы вот в нормальное временное диапазон зайти, и все нормально. Выбрать можно здесь режим работы, то есть можно ну, по рекомендованным друзьям, по ключевому слову, по сообществу добавить тех, кто лайкнул пост, да. Ну, давайте выберем вот здесь сейчас по сообществу, и потом найдем ВКонтакте, зайдем на страничке сообщества какое-нибудь. Так, дальше, что мы здесь выбираем? Мы здесь выбираем пост, пол, то есть, ну, я не выбираю, то есть мне без разницы, мужской или женский, поэтому я оставляю все. И территорию я беру Россию, Казахстан, Беларусь. И делаю сохранить. Так, здесь настройки успешно. Так, здесь давай пока сделаем так вот, по рекомендованным друзьям. То есть он будет рекомендован друзьям писать пол всем. И дальше у нас идут касания. То есть касание 1. И здесь тоже есть подсказки. Да, вот включаем подсказки. И можно прямо так вот сделать Ctrl-C. Так. Так, вот так вот. Прям берем Ctrl-C и Ctrl-V. Копировать. Ну, сейчас настроим прямо так, как есть. А, вот здесь ставим галочку «Отправка сообщений» и делаем «Сохранить». Успешно сохранено. Окей. Спускаемся ниже. Здесь тоже подсказочка есть, да? И здесь можно тоже вот текст сделать Ctrl-C, Ctrl-V. То есть, если человек ответил нам на первое касание, то бот ответит ему еще на второе касание. Естественно, здесь в соответствии с воронкой проставляем свои текста. Я пока показываю, как это работает инструмент. Настраивать, ну, могу показать, по примеру, на примере другого аккаунта, как нажимаем «Сохранить». Вот. Дальше что здесь есть? Автоматический прием заявок, если люди на вас подписались. Да? То есть, опять-таки, берем подсказки, смотрим, какой текст. Опять он. Привет, здравствуй. Он по имени обращается, юзернейм выбирает, да? И в скобочках это варианты сообщений, варианты с текста. Ctrl-V. То есть он не повторяется, а пишет по-разному. Либо там привет, либо здравствуй, либо приветствую по имени. И спрашивает вот такие вопросы, да? Вот, здесь тоже включаем отправку сообщений. Галочку. Пол опять-таки все. Выбираем. Ну, давай выберем все. Здесь это все, кто подписался. И делаем сохранить. Сохранить. Сохранили. То есть вот это настройки. То есть что он дает? Во-первых, он сам подписывается. Во-вторых, он приветствует тех, кто на тебя подписался. Вследствие того же самого масс-лайкинга, да, который у нас вот идет следующий. Следующее, что мы делаем, здесь у нас тоже программы включаем, выбираем количество, какое вот 350 за сутки, да, здесь тоже есть подсказки, то есть он говорит, выбирай не более 500, чтобы не забанился, да, и выбираем максимальное количество лайков на одного пользователя, да, работу можно тоже круглосуточно поставить, здесь мы тоже изменим, сделаем с 9 до 9, ну, пусть будет с 8 до 9. Вот. Здесь можно лайкать посты, галочку поставить, лайкать сторисы. Ну, лайкать сторисы, не знаю, есть смысл, нет, но давай поставим лайкать сторисы тоже, да, пусть это будет. Здесь что нам подсказывает? Лайкать друзьям, лайки друзьям, лайки клиентам. Выбери режим для потенциальных клиентов.
То есть лайки друзьям вот можно убрать, да, то есть если уже друзья, ну и хотя пусть будет и друзьям лайки, да, то есть у нас же в друзьях могут быть не обязательно наши партнеры по бизнесу, но люди, которым может быть интересно. Так, и выбираем режим. Здесь можно выбрать режим по конкуренту. Да, если выбираем режим по конкуренту, то надо ссылку сюда вставить. Либо вот он будет работать по тем, по друзьям и по рекомендациям. Делаем сохранить и уходим отсюда. Да? То есть вот мы настроили второй инструмент, это масс-лайки. Дальше, что у нас есть здесь? Дальше у нас есть автопостинг, как я говорил, да, то есть здесь можно подготовить посты и заранее проставить стратегию, чтобы он их выкладывал, да, то есть вот с интервалами, с какими-то, да, вот, ну, я вот это, честно говоря, не изучал, потому что автопостинг я не планировал даже пользоваться им, автосторис, я пробовал сторисы выкладывать, что-то не то делаю. Здесь есть такая хорошая штука. Вот здесь есть видеоинструкция. И можно нажать на эту видеоинструкцию. И, в принципе, там доходчиво довольно-таки разъясняется, объясняется, как это все делается. Сейчас вот она подгружается и откроется видео. Вот открывается видео. Здесь короткие буквально ролики. Вот на все темы. Вот она на эту страницу перекидывает. Вот, здесь 55 секунд, минута, минута 7, минута 40, вот такие, да, то есть по автосторис, вот, допустим, по автосторис, минутное видео, нажимаем, и вот он перекидывает нас на видео, где рассказывается, что надо делать, как надо делать, то есть доходчиво, но я вот, честно говоря, даже не смотрел. Я настроил пока те сервисы, которые мне интересны. Так, ну, чтобы было понятно, я покажу, как это выглядит. Вот онлайн-лид, настройка. Вот таким образом это все делается. Вот, а мы с вами пойдем дальше. Я сейчас покажу, что же я делаю. Что же я делаю? Дальше у нас идет inviting group. Заходим в inviting group. И здесь можно наполнять свои группы. То есть вот здесь у меня в этом аккаунте нету у меня здесь групп подсоединенных. Поэтому здесь инвайтинг не использую. Да? То есть надо сейчас мне группу будет подгрузить. Здесь есть автопоздравление. Это тоже хорошая штучка. Да? То есть здесь для поздравления для женщин, для мужчин. Вот, программу включаем. Вот здесь есть подсказки. То есть также вот берем Ctrl-C, берем, вставляем текст сообщения, Ctrl-V, и сюда можно добавить еще картинку, да, то есть какую-то картинку, ну, ссылку уже берешь, загружаешь, чтобы было не пустое, там, привет, Вася, привет, Маша, а именно, так, сюда тоже Ctrl-V. Вот, картинку можно там для мальчиков машинку, для девочек цветочки, да, загрузить. Вот, но это картинку уже надо саму ссылку брать и желательно ее из контакта. Сейчас я картинки сюда подгружать не буду, но смысл понятен, да, делаем сохранить. И остался, в принципе, еще один инструмент, веник. Вот, веник. Вот, веник тоже хорошая штука, потому что очень часто бывают... страницы, которые забанились, которые давно не заходили. И здесь можно сделать вот подсказки включить, да, вот включаем Tumblr, удаленные аккаунты. Здесь можно как в ручную, так и в автоматическом режиме. Мы сейчас запустим в ручном режиме, чтобы посмотреть. И вот оно, видно, да, вот сколько аккаунтов удаленных. Вот, поднимаемся наверх, делаем выбрать всех и нажимаем удалить, ну, чтобы у нас были аккаунты все актуальны, нам не нужны мертвые души на страничке, да? Вот все успешно удалено 0 пользователей. Очень интересно, почему-то должно было быть какое-то количество. Так, теперь делаем забаненные аккаунты запустить. То есть здесь тоже есть куча аккаунтов. Давай
Давайте посмотрим, что он сейчас нам даст. Удалить. Делаем удалить. Так, он задумался. Видимо, большой объем, и он задумался. Вот все, успешно. Вот я удалил. Так, забанены аккаунты, закрытые лички, да, то есть запустить закрытые лички тоже. Ну, закрытые лички – это люди, которые не открыты к диалогу, и нам, в принципе, они нам тоже нужны, да. Мы их тоже удаляем. То есть оставляем у себя только активных партнеров, которые, вот удалено 27 пользователей. Здесь вот написал сколько. Которые давно не заходили. Допустим, есть мертвые странички, которые когда-то подписались. У меня эта страничка с 2019 года. 18, даже конца 18 года. Вот. Кто не заходил больше полгода. Давай посмотрим, сколько аккаунтов. Вот, заходил в 20-м. То есть это, по сути дела, мертвые странички, либо они забанены, люди про них уже позабыли и не заходят. Поэтому их тоже мы удаляем. Они нам не нужны. То есть, по сути дела, нам нужны аккаунты, которые будут с нами взаимодействовать, с которыми мы будем дружить, с которыми будем общаться. И вот этот сервис, он очень хорошо помогает с этим вопросом справляться. Так, нажимаем удалить. Он, наверное, думает, сейчас опять удаляет. Так, все, успешно. И давай еще раз проверим, удаленные аккаунты есть тут или нет, удаленные аккаунты запустить. То есть, по сути дела, все, он удалил, но почему-то показал 0. То есть, вот он почистил. И это можно, в принципе, зайти потом на страничку свою и проверить. Реально подписчиков будет меньше. Если я не ошибаюсь, у меня там было около 400 человек. И ну, ради интереса можно будет зайти посмотреть, сколько же там осталось. Так, еще сейчас страничку найти свою. Так. Ладно, это мы потом посмотрим. Сколько. Оп. Куда-то я тут нажал не туда. Так. Тоже не то. Так, вот эта страничка. Так. Запись идет. Запись экрана, интересно, идет или не идет. Так, походу я демонстрацию экрана приостановил. Так. И вот сейчас я покажу. Вот эта страничка. Вот моя страничка. И посмотрим, сколько же здесь человек стало. Было около 400. Сейчас он прогрузится. Да, вот существенно стало намного меньше. Стало 245 друзей. Было 400 друзей. Так, перейдем обратно к онлайн-лид. Так, опять я нашел демонстрация экрана. Поделиться. Так, вот. И сейчас покажу, как это выглядит на другом аккаунте. Да? Так, это выбранный аккаунт. Тут мы почистили, все работает. Вот смена аккаунта. Сейчас покажу результаты работы, ну, скажем, практически месяца, да. Это он показывает последние 10 действий, которые были онлайн, офлайн, аккаунт выбран. И посмотрим, что у нас тут. Вот, вот статистика. Какие касания он делает, да, сколько чего. Здесь можно посмотреть вот исходящие заявки, сколько сделал, сколько первых касаний, сколько входящих заявок, сколько вторых касаний. То есть, и вот здесь можно обратить внимание. То есть, здесь я настроил по сообществу, и по сообществу он отсылает. Вот последние действия, вот 16.46, одно касание. То есть,
он не шлепает все подряд, он делает все как живой человек, с определенными интервалами. То есть, чтобы не было это как машинка. Он максимально очеловечивает все действия. И здесь вот понятно и видно, как он это действует. Вот, то есть, было одно касание и второе касание. То есть, получил ответ он, и в ответ потом отправил ему следующее сообщение. То есть, причем не сразу, а попозже чуть-чуть, да, то есть отсрочил. Вот. Так что очень хорошее приложение и по деньгам, и по функционалу рекомендую. Применяйте, пользуйтесь. Ссылку на этот сервис скину под видео. Все, запись останавливаю. До новых волнующих встреч.